Не только полюбоваться живописными видами, но и перенести их на холст. В усадьбе Гребнева состоялся пленэр. Это когда художник творит на свежем воздухе, изображая природу или предметы в естественном освещении. Так в Щелкове был дан старт проекту «Молодой гвардии Единой России. Рисуем с любовью к планете». Мы пригласили художников с городского округа Щелкова, также подмосковный союз художников, чтобы рисовать замечательные пейзажи, красивые картины с усадьбы Гребнева. Застать летом художника в городе – задача не из легких. Именно в это время года открывается возможность забраться в самые отдаленные уголки страны, чтобы окунуться в творчество с головой или отправиться на поиски вдохновения за тысячи километров. Однако и желающих изобразить уникальный архитектурно-парковый ансамбль нашлось немало. Коллектив у нас, конечно, большой. У нас в Союзе больше 1000 человек. Сейчас художники по пленэрам разъехались. Это тоже такое время очень насыщенное для творчества. Но мы не могли пройти мимо такой акции. Познакомиться с творчеством подмосковных художников поближе смогли и гости усадьбы. Все работы, выполненные на пленэре, будут выставлены на аукцион, а вырученные средства пойдут на благотворительность. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.